воскресенье в Самарской области ожидается ясная погода, осадки не прогнозируются, температура днем плюс 1, минус 3 градуса, ночью 8-12 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани ясный день, днем плюс 1, ночью минус 7 градусов, ветер юго-восточный, 6 метров в секунду. В Тольятти ясно и без осадков, температура днем 0, ночью 8 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный 6 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 0 градусов, ночью до 12 мороза. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 38%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.